Программное обеспечение «Лига Бэйсик» для парка имени Виктора Талалихина в Подольске. Панель в верхней части экрана показывает время, дату и погоду. Ниже находится рекламный блок. В него можно поместить информирующие баннеры, фото и видео. Далее располагаются красочные кнопки, ведущие в разделы ПО. В разделе «Афиша» находятся рекламные плакаты с информацией о грядущих мероприятиях. Раздел «Карта парка» демонстрирует всю территорию и тематические зоны. Условные обозначения помогают понять, что в них находится. Благодаря модулю «Безопасный сайт» пользователь может перейти на сайт парка и найти дополнительную информацию, не переходя на сторонние ресурсы. Раздел «Посетителям» рассказывает об аттракционах и других развлечениях парка, дает рекомендации и возрастные ограничения, облегчая выбор для гостей. После изучения раздела можно переместиться на страницу с картой и сразу найти нужную площадку. С помощью модуля «Доступная среда» можно опустить контент для более удобного использования людьми с ОВЗ, увеличить текст и изменить цветовую схему, применить лупу, увидеть номера экстренных служб. Раздел «Правила» информирует гостей о том, что запрещено делать в парке, предупреждает о штрафах за несоблюдение. Программное обеспечение «Лига» включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Производственная группа «Лига».